კავკასიაში სტუმრად მოსული ხალხი ჰქონია. 524 году до нашей эры Тигран I Великий Хайказуни, не путать его с Тиграном Великим Вторым, был Аршакуни, Хайказуни. Вот 524 год до нашей эры. Вот он из Испании переселил часть иберов и поселил их в Армению. И греки четко указывают, где эта территория. Это территория Гури. Ланчхуты есть, вы знаете. Вот там. Примерно 150 километров в ширину и 50 километров, значит, в длину. Вот эта вот территория и называется Иберией. И называется Кавказская Иберия. То есть это часть истории великого грузинского народа, и здесь они четко определяются, понимаете? То, что грузинский элемент оказался очень жизнеспособным, очень энергичным, и то, что он распространил потом свое влияние на всю Грузию, это уже исторический момент, понимаете? Ну, да, они пришли оттуда, были, так сказать, активным народом, высокую культуру создали, остались здесь. Академик Осюкве, ты дихания вепхи страусанзе? Да, миссия авторис эрону цармушопасец даобс. Лагренавор на армянском языке это витязь тигровой шкуры, который создал Саркис Тамкаберци, армянский князь. И вот сейчас мне задают вопрос, вот если грузины так любят вот витязь тигровой шкуры, ну нет сомнений в том, что армяне тоже любят, понимаете, свой перевод. А его переводил, значит, опять-таки, с персидского на армянский язык Саркис Тавагвели, Саркис Тамкаберци. Он тоже нам дорог, правда, правда, передали сейчас грузинам, находится в Тбилиси. Но это, ну, достояние нашего народа, это же тоже культура армянская, уже переводил на армянский язык, с нашим армянским языком. Ихо арабец Ростеван, Непер, Бисагак, Хвиали, Магали, Ухли, Давали, Лашкан, Бравали, Хвиали. Это какие красивые слова, правда, это по-грузински звучит. Это очень прекрасные слова. Ну, такие же слова там по-армянски есть. А мы сейчас лишены этого. Сурен, а Айвазианс картуэлэ бисатвис вепхист гаусниз гарда сва бэври рамецена неба. Миси азрит суэли цхоули замгеби. Мессис махрула цотепули картуэлэ мэпэ Георги Первэли уцхоэли гопила. У этого Георгия Первого в 1001 году оказался отец армянин, а это Гурген Багратуни. Отец, значит, а мать абхазская. Вот он и является Георгием I Багратуни, или на французский лад Багратион. Понимаете, тут ду картуэлэ нет, дорогой мой. Гзатана метровой сомхетис чтилу дасавлетит мимартеба.